это Женя, как вы знаете, она из Екатеринбурга, и мы с ней вместе работаем. И Женя, а скажи, кто ты такая? Привет, я Женя, и я подруга Кёнхи, и помогаю ей в магазине. Я очень хотела красить ее, потому что я посмотрела ее макияж. От русского визажиста. Да, и я была в щуке. Она 10 лет старше стала по ссылке. И решила покрасить ее. Готова? Ты тунельного крема, да? Кушон только. А, кушон. Давайте тогда я открою свою косметику. Так много косметики. Очень много косметики. Почему я так волнуюсь? Консилер, подожди. Консилер, вообще не. Давайте тогда красим Женю. Брови надо сначала. Да, брови надо. Давайте посмотреть тут. Да. Ты не такая темненькая. Да? Да, нормально. Я чунгучанга. Да, ну не. Это не чунгучанга. У нее брови это немножко отличается. Посмотрите, у меня тут, а у Жени тут. Поэтому это хочу отрезать. Но это будет большое событие, нормально тебе? Давай я тебе делаю корень. О, мне надо это отрезать. Уже чуть-чуть лучше. Да. Это BB-крем. Да. Буду делать как хайлайтер. У тебя чуть-чуть сухая кожа. Ага. У меня на все. Смотри, я. Вот эта часть. Это нужно. Пожалуйста. Я не знала, что это наоборот хорошо для корейца. Давай, глаза, операцию делаем. Сначала буду ползать такой цвет. Красиво. О, нравится мне. Пусть я думаю, вот так у Кани будет красиво. Я не знаю, тебе понравится или не макияж. Тени, да? Mm-hmm. Тени буду делать. Меньше боюсь это и это. Веганская подводка, да? Я, кстати, сравнивала ее с российской подводкой. Я в магазин ходила, uh-huh. Смотрела. Очень тонко. Да, это очень тонко? Да, очень тонко. Да, поэтому мне нравится. Очень сложно рисовать. Потому что это не мои глаза, мне вот немножко сложно рисовать. После этого я буду делать подушку. Смотри, я... Чем русский макияж. Потом делать треугольник. Тут, рядом глаза. С этим цветом. Лицо поменяли. Да, лицо поменять. И буду красить брови. Из Романова. Так как вы только отрезали, я хочу параллельно рисовать. С этим. Надеюсь, что у меня левая сторона тоже хорошо работает. Как... Брови отличаются это и это. Да, почему? У меня очень отличается. Возможно, из-за того, что у меня кривая позвоночник. Тут есть брови, а тут... Ну, я постараюсь как-то регулировать. Угу, окей. Потом... Блестяще. Потом, я хочу делать... Я хочу рисовать себе волосы. Да. В России я видела, если девушка будет... Где, что? Да-да-да, если они хотят убрать это части. Обычно просто делают ровно? Да-да-да, но мы рисуем. Заметно? Чуть-чуть. Вот, да-да-да. Это части. И буду делать тоже контур. Вот эти места на русском, если совсем волос нет. У мужчин так часто вот так. У нас называется залысины. Залысины? Залысина. Залысина. А в России вы делаете тускули, да? А в Корее, чтобы лицо меньше выглядело и так ровно. О, мне нравится уже. И будем нос делать.
Операция нос. Да. Нос, которого нет. Не будет. Вот так как мы пользовались для контура такой цвет, чтобы естественно выглядело нос тоже такой цвет. Мы рисуем только этой части, этой части. Мы в середине не рисуем. Потому что тогда будет взрослый выглядеть. Давай попробуем. Ты на папу похожа или маму похожа? Говорят, что когда я была маленькая, очень сильно была похожа на папу, и улыбка у меня папе. У меня в детстве я плакала даже из-за этого. Я думала, что если я девочка, должна быть похожая на маму. А почему? Как была, я так думала. Когда у тебя нет выбора. Да. Я боюсь, что буду цепить ее глаза, поэтому я попросила Дженни сама сделать. Потом я буду делать тушь. Окей. Для азиатских глаз лучше вот так его сгибать, потому что чтобы легче красить. О, длиннее становится. Где бонус? Смотри. О, уже кореянка. О, мне нравится. Потихоньку мне нравится, наконец. Давай. Еще буду нижние части ресницы. У тебя очень длинные ресницы. Ты знала? Нет. Нет, у нее очень длинные ресницы. Я всегда думала, они у нее очень короткие. Прямые, короткие. А прямые, прямые, но не короткие. Сейчас. Еще почти закончились мы. А в Корее больше всего важно эта часть. Если мы не красим эту часть, выглядит немножко темно. Темная кожа и смуглая. Сейчас будем делать щеки, но я буду делать у нее под глазом тут. Улыбнись. И буду нос. Это тебя, Тинь? У нее очень сухой губы, поэтому буду смешивать. Буду делать градин. Okay. Не смотри. Okay. Еще поливать крем на шее. Все! Сильно отличается. Да. Mm-hmm. Она как кореянка, когда я видела, как видишь, что ты красила, это было... Надо фото сюда вставить. Да. Ну да, Женя, спасибо, что ты так участвовала. Спасибо большое. Нравится? Да, очень нравится. Осталось научиться так делать. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, что вам тоже интересно было. Тогда, всем пока. Иди сюда, Женя.